Привет, мои сладкие булочки, меня зовут Дарья. В руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. Так как я приехала немножко пожить с родителями, нет, меня не выгнали с Starfront House, все хорошо, это моя давняя традиция к ним приезжать. Мне нечем здесь заняться, соответственно, я начала больше и быстрее монтировать моменты жизни. И на этот раз у нас сегодня выпуск за April, за апрель месяц, поэтому садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. Сегодня с вами 1 апреля, видимо, это какая-то первоапрельская шутка от погоды, потому что метет так, как будто это декабрь месяц или январь месяц, то есть что-то зимнее. Я не особо-то рада, но шутка нормальная. Я понимаю это время. Вот у нас есть с тобой шкала времени. Вот это время, оно было до прошлого времени, мы будем использовать его с head. Но teacher всегда на меня ругается, что я им запоминаю все времена с какими-то всего лишь отставками. Это шкала прошлого времени, mm-hmm. И вот что-то тут произошло в прошлом, я вижу этот результат, который был в прошлом, то есть вот это получается время произошло первее того прошлого, и по факту они все прошлые. Что-то произошло до прошлого и в следующем прошлом. Вот представьте, прыгнул ты в прошлое. Это прошлое превращается в будущее. А твое прошлое настоящее превращается в прошлое. И его уже никак не изменить. Блин, просто почувствуйте этот вайб. Ну вот, блин, посмотрели. Гости приехали. Машу ждали целый день, пока она к нам приедет с одного конца города до нас. Мы уже убрались, мы уже все сделали, решили доставка посмотреть. Кошки. Доставка кошки приехала. Привет, приехал. Да? Ладно, походите. Слушай, раньше были такие маленькие эмблемки, что будет в этот, дальше. И вон такая балда на целый экран. Балдура. Ну. Повайбуем. Чего? Повайбуем. Ну, немножко на современных говорю. Кеттене. А мы все как правильно оставили. Харчок пирога вчерашний у нас. Здравствуйте. Ты бы видел, какой я тебе корм купил. Я понимаю, ты в шоке. Такие хоромы. Ну, бывает, бывает. Ау. А уже телеки теперь есть? Да, у нас два телека. И у меня есть телек, и у Сашки есть телек. Привет, ты будешь. Халяу! Это твоя тетя, ты помнишь ее? Помнишь? А я все помню. Ты все помнишь. Просто, чтобы вы понимали вообще всю ситуацию, Маша приехала делать учебу вместе с Юлей. В итоге она включила телевизор. Да? Я люблю смотреть ее, беременна 16, но тут беременна 45. Делать все, чтобы... Я вообще серию пересмотрела. Вот так вот ты учебу делаешь? У тебя своего телевизора же нет? Это наш ответ, Сашка, к тебе. Ты говорила, что вот у меня телевизор на целых 24К на всю сцену почти, а? И кошка теперь у нас. Что ты? Какие у тебя финты есть? Это башкирский канал, быстро. Маша у нас в Я хотела напомнить, что Маша приехала к нам, чтобы делать учебу. У нас осталось 2 недели до конца. Я ей говорю, что у нее очко еще не поджато, потом вот прижмет, все начнет. Башкортостан! Уф! Кефтеме! Девочки, это все. Гасите свет, потому что это татарский канал Мейден. Шейс блюд сопьет! Мимо просто такая. Мне такие же растут. Низкий флекс пошел просто. Все тут пошло уже, тут они солнце вот, увидели. Конечно, видок красивый. Ну, конечно, да, конечно. Никак не Sunshine. Моменты жизни. У нас тут с тичер пошел караоке. Учителя поем? She's queen. Мой любимый! Джаспер сражался с новорожденными. Он поделится... Ой, вот этот.
Карлайл прав. Ой, пошло, пошло. Проиграете. Yes. Ну какое? Мой. Девочки, ну тут все, ну тут просто, я не знаю, как описать. Все. Краткий пересказ предыдущих частей просто. Bubbles, yeah? Bubbles, yeah, right? Bubbles. I think it is a pleasure because this book haven't published. Okay. Are you ready? I am. Oh. Amazing, the shoes. Wow. Unbelievable. It's so big. Show me. Baby, this bonus. Ой, ой, она в нем светила, она вот так сделала. Unbelievable. Where is English language? Дышись, сколько знаний получишь. Yeah. Ну, дождалась. Дождалась последняя серия. Ох, ты в руку сушила. А что это? Хамон. А этот хамон это вообще мясо, как бы, не рыба. А бах, хрень. А, просто мясо. Угу. Приятно, кто лайк. Ну такое. О чем нам моя любовь, это вот это. Моцарелла. Моцарелла, очень вкусно. Но мне кажется, Юл, там будет битва. Битва сильнейших, битва. Лимонад пьет Буратино. То-то, а? То-то. Ой, ну вообще. А, вот как забавно получается. Сначала вампир, потом гей играет. Чисто мотал. А нам плевать, что вы сделали. В конце нам решили показать просто эдит за все части, за все 10 часов, пока я смотрела это. Это она грустила, это она плыла, что с ней? Ты растрогалась? Я предупреждала. Ну все, досмотрели, 5 недель прошли, как было, как есть. Юлечка немножко растрогалась. Просто это любимый фильм. А твои ощущения какие? Мне грустно. Почему? Потому что мы смотрели. Ну через год еще раз посмотрим. Ты же не смотришь фильмы повторно. Ну ради тебя посмотрю еще раз. Ой, вообще красота, красота. Ну рада, приятно, провели время вместе, считай. Моменты жизни. Хай, друзья, пойдемте вам покажу. Сашка придумал новую затею, как мы проведем этот уикенд вместе. Скоро у нас с вами великий праздник. Великий. Христианинский, да. Не, надо так. Короче, мы Сашку купили лампадку. Так, ужин при свече. Лампадка. Праздничный кулич. Кулич 1. Кулич 2. Это holidays cake. С этим куличем отдельная история. Сейчас Сашка расскажет другую историю. Мы будем готовить Пасху. Есть такая упаковочка и нормальная упаковка. Хотели побольше, но не было. Пасху будем готовить. Ни разу не ела, ни разу не готовили у меня. Когор! Когор! Стоим на кассе самообслуживания, чтобы его пробить. Нужно же показать паспорт. И она такая... Кто покупает? Кто покупает? Когор! А я подумала, что типа покупать? Ну, на что вам нужен паспорт? Такая, когор! История про этот кулич. Что, Шуля, придаю слово тебе. Смотрим кулич без посыпки. Мы сегодня купили куличок. Для самообслуживания в самокате. Там была отдельно глазурь и ММДевсины, чтобы их посыпать сверху. Я засовываю в микроволновочку эту глазурь и ставлю на 2 минуты. Прошло минуту, она сгорела и надулась. И просто такая... Просто кидаю, она просто вот как только я кидаю на стол, она... Она черная и манеченная с сахаром. Я сгорел. И мы решили поесть отдельно. Ну, вкусно. Отдельно кулич. Ну, вкусно.
Христос воскрес. У нас идет полным ходом, яички будем крошить, делать пасту, все это. Ситечку купили специально ради этого. Про марлю? Про Юля. Юля, про марлю. Смотрите, нужно было купить марлю. Ты когда-нибудь видел вот такую марлю? Да. Такой шматок огромный. Да. У Сашки думали, что маленькая упаковочка будет, а там прям вот шматок. Да. Сашуль, ты что собираешь, Лен? Все идет у нас по плану, все хорошо работаем. Работка кипит. Этот парится. Буду мешать. У Саши пока танцевальная пауза. Ты репетируешь номер для завтрашнего мероприятия. Хай-фай слушаем. Пошла тяжелая артиллерия. Сашуль, ты опять ножничками какими-то маленькими. Держи, желтую, чтобы это. Ну, вот так. Первое готово. Все, пока. Сары, ты на творог сару положишь? Сары. Ай, не потяжелее будет, давай. Мы придем весь на дне. Блин, это чего не разрешено? Это будет... Творожное удовольствие просто. Я думаю, что это течет там делать? Просто там весь изюм, целая тарелка изюма. То, что ты надо... Он сверху, да? Сашуля еще так сильно придавил. Саш! Саш, соберись. Мы купили ближе за 400 рублей. За 400 рублей? Да. В коробочке он вот такой вот, срез такой вот, вот такой вот. Что мы получаем за 400 рублей? Мне кажется, он ничем не отличается, только сейчас за 99 рублей. Да, ну-ка достань-ка его. Ну вот реально, тот же самый, только в коробку. А подливку вообще, да? Подливку? Подливку? Ну зажмутили. Вообще зажмутили подливку вот эту, Саша. Подливку. Кулич под подливкой. Ты посмотри, вот это за 199 на минуточку. И вот это. Это вот... самое дорогое, кстати. Mm-hmm. По-княжески. Ну, я не видела, чтобы такие княжья были плюгавенькие. Ну, это трэш. Мы должны попробовать, чтобы она отпечаталась. Ну, начиналось так красиво. О! Ну, типа. Ну, мы старались. Мы старались. Сашка чуть-чуть сделал пробу, сказал, что по вкусу как творожная масса с магазина. И мы могли вообще, в принципе, этим не заниматься, просто купить творожную массу. Украсили. Украшение. Просто почувствовать этот вайб. Кушаем Пасху. И Сашка слушает Ореханочку. Пур-ат. Учитывая, что у нее все песни такие, типа... Деньги любое, деньги любое. А тут? Тут то же самое. Ну, что за... Наливай до краев. Да. Фан факт, Саша уже с того момента, когда вышел вот это вот ее выступление на... О, Сашуля! Слушает ее каждый день. Я не преувеличиваю, реально, каждый день. Ура, ура. Ура, ура. Да, буду. Продолжается у нас с вами подготовка к Пасхе. Сейчас будем красить яички. Странно, какие-то красители первый раз вижу. Мы хотели, Сашка, найти такие вот наклейки на яйца для Барби. Потому что, ну, вот эта вот пленочка. Был видос, где брали вот этих кукол и делали вот из этих пленок платье. Вот так, так, так. Понятно? Я понял. Так, Алис. Три котомки для трех цветов. Тебя нет, ла? Бегрятина у нас с вами охраняет куличи. Ой, смотри, как пошло, как пошло. Потом еще уксус не добавляли. А что будет, если уксус добавить? Взорвется. Ну-ка, йон на связь пойдет. О, пошло! О, веселье. Яички покушаем. Когорчик попьем. А что у нас, два синих, что ли? Я разводил фиолетовый и розовый. Обманули! Яйцами будем стукаться? Нет. Почему? Потому что это грех. Своими яйцами стукнуть, поняла?
я подрастроилась, Сашка тоже подрастроилась, не хочет этого признавать. Да, 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 да. Ну, яички красивенькие. Учитывая, что будем все красить. Один я крашу, другая каркает тут. Кар, кар, кар. Ну, получилось, что получилось. Сейчас будем клеить вот это, какие-то орнаменты. У тебя есть какой-то план как? Нет. Как-то посередине она клеится, я хотела сверху сделать. А я сделаю по-новому. Сделала по-новому, а? И чё, в чём праздник? Чувствуете праздник? Ты чё, наклейки, две наклейки на одно яйцо. А с чего? Наклейки, тут кот наплакал. Бомбастик сайд-ай. Криминал офенсив сайд-ай. Я вон трещины заклеиваю. А у меня будет своё. Обязательно все наклеим? Ну, Даш, ну так лучше будет. Ну ладно. Слушай, ну все, на этом мои полномочия нет. Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Будем яйцами биться? Нет. Давай. Ну, в принципе, неплохо. Не скудненько, но со вкусом. Со вкусом. Мы во все готовенье. Знаешь, подруги будут хорошо. Все правильно. В WhatsApp фотку скинули. Сейчас матери скину. Слушай, на самом деле красиво. Тут без рофла симпатично. Когор. По-христиански. По-христиански. Решили принарядиться к такому мероприятию. Ты что, этот как его? Из тату? Третий из тату? Я тоже красиво выгляжу. Саша сказала, что я еврейка. Слушай, очень симпатичная. Ой, ну она пошла праздновать Пасху. Ты посмотри, как он засервировал-то. Ну, вообще. Готовился. Такие мы с вами. Ищ-ищ-ищ. Юля, давай, давайте. А моё не треснуло. Молодец! А моё не треснуло. А нет, Юль, ты проверял. Не заправил грудь. Ты опять его, Саша, размотал. Да. Нам с тобой надо, Даш. Это ты, великан. Всего своей контроверт. Вот сюда она попала? Не знаю. Бонус! Трёхочковый! Е-е-е! Давай, три. Да ты что, блядь, попсы? Давай, раз, два, три. Опять помер раздел? Это потому, что я татарка? Это потому, что давай я... Давай еще раз, три. Еще, еще стороной. Давай. Юля! Ты, блин, да плохо, давай, давай еще раз. Давай прямо. Ну я яйцо почистила. Пипец, у тебя яйцо размотало. А ему хоть бухны. Ну это понятно все, потому что я не крестила в церкви, все. Бог на чьей стороне сразу видно. Моменты жизни. Ой, такая хорошая, смотри, как она, ой, облизывается, улыбается, смотри, как она, ой, тебе ебанькая, такая хорошая, так улыбается, не могу, как она улыбается. Такая вот крыса на губах. Зажмурилась, хорошенькая. Ну, давай дальше проходить одежду. Смотри, как Сашка увидел тиктоке рецепт, как правильно пить томатный сок. Нужно взять соку, взять стакан, Ну все, хватит, дольешь ты. Ну все, все, все. Бу-бу-бу-бу-бу сделали. И сахар. Ой, какая кромка получилась. И что, наливай сок? И соку наливаем, и в этом состоянии пьем. Но это неплохо. Попробуй. Юль, теперь ты. С другого конца. Знаешь, такое сочетание? Соленого со сладким. Угу. Я бы без всего бы попил. Мы так и позделаем. Не вау-эффект. А наш соль лучше будет? Солью сейчас сделаем. Сейчас солью сделаем, все сделаем. Так, сейчас попробуем соль. Мне кажется, соль это самый такой вот, знаешь, эффектик. Да, белый смерть. А сахар? А сахар? Так, ну, не ладно. Просто смерть. Просто, да. И кунаем. Кунай. Кун или тян. Хотел супу поесть. Да. А вот он взорвет там внутри, ага, все равно. Там все разбухнет.
Не стареющая классика. Ой, такое. Шикарно. Шикарно. Да. Столько соли. Ничего не жалко. Сразу хочется руку облизнуть еще лимончиком это. Да, многосоленовато, да? Но соли лучше. Биби. Моменты жизни. Блин, просто почувствуйте этот вайб. Играю в Last of Us, моя любимая игрушечка, и Бибрик спит. Мы с Юлей в очках для грусти, но она не до конца. Как ты сказала? У меня очки для грусти. Я хочу показать, что я грустная, но не отчаиваюсь. Я грустна, потому что я не открыла одну штуку в игре. Или просто учёба. Кокетка какая. Крупных предприятий, корпораций. У них уже программисты есть. Зачем они на мной будут пользоваться? Вот именно, кто-то им. Apple, создай сайт. Звонит Илон Маск. Скажет, давай-ка ты мне... Лендинг, где одностраничный сайтик? Сделай мне, чтобы люди меня узнавали все-таки, как... Можешь еще вторые отдельно надеть, если прям вообще пошло. Дабл грусть. Ты можешь, знаешь, внутри сделать темные, да, а сверху, что якобы не отчаиваешься. Прям вообще грустно я вижу. Нет, это на следующей неделе, Юля. Пока не настолько. Интересно, а будет такое, что я... А боком сделал, чтобы было видно их? Баленсиаго новый этот выпускает очки просто чисто. Это я стерна кобра, если вы вдруг не поняли. Это отсылка на этого, что ли, из Дома 2, как он Должанский. Был? Должанский. Он берет, опять делает. Коля, блин, не делай так! Пока Юля отошла от грусти, хочу показать работу, которую вчера делала. Говорит, гуглила просто фотографию мужчины. Она наткнулась на мужчины мечты. Вот смотри-ка, мне кажется, нас же прослушивают. Мы же слушали, ну, смотрели «Сумерки». Эдвард. Белла. А Джейк? Там Джейкоб тоже был, но Эдвард выглядел более вот... Прям вот ему хочется продать мой продукт. Сайт-визитку. Сайт-визиточку. 30 лет живет в Питере. Я считаю, очень даже правдоподобно. Вот у нас в Питере все такие бледные, скудные, такие все. Бледные, скудные. Хай. Кошка. И кэт. Май кэт. И кэт. Душусь. Хай. Хай. Stand up, please. Please stand up. Please stand up. You are more like a beauty queen. I'm more the skin. Биба, насалам, мне в комнате. Я немножко расстроена. Но я надеюсь, что это мои доводы. И Бибочка самая лучшая, примерная дочь. Спасибо, спасибо. Биба, песня про тебя от всей души отрываю, дарю. Моменты жизни. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения. Фашуля, ты в клетке! Нифига! Днём рождения! Это тот дом! Какие свечки! Посмотри! Стали звёзды на возрасте. Ой, сейчас, погоди! Юль, давай флекс! Ты возьмешь или я его так его держать? Спасибо, ребят, очень приятно. Очень. Поздравляем. Фотку! Короче, я даже первую, потому что у меня неполноценный подарок. Да, Шивочка, вишлисти этого не было. Но я думаю, что ты все равно... Телескоп. Мы тебе дарим телескоп. Мы тебе реально дарим телескоп. Пакет такой хороший. У меня лучше. Тут подарок такой, маленькая компенсация. Я просто не успела прийти еще тот. Я надеюсь, что ты будешь рада, если ты будешь не любить. Если ты раскатала губы на этот пакет, то обнови. Пакет не подарю. Да. У меня два подарка. Ага. Вот первый подарочек.
Сучка, и второй подарочек, связанный с твоим любимым игрогеймствоством. С Last of Us? Да. Дарю вот такую вот книжечку. Я хотела ее! Я думала ее заказать, но я подумала, что на всякий случай подожду. Спасибо! Пока не подарила. Моменты жизни. Просто почувствуйте этот вейп. Мне предложил YouTube посмотреть «Бархатные тяги» сборник. Мои тяги. Вот люди додумались. Я вот обожаю ТикТок за то, что и происходит какой-то прям вот... Есть тренды, которые такие... Да, тренды. А вот прям тренды становятся мемом. Какая сейчас вспышка? Так прыгать не будем уж? Не храните такие лица. Давай еще раз. Начали болтать и не увидели, что мы не читаем. Мне только Саше дарил. Можешь нас сфоткать. Так ананас возить. Давай ананас крутилась. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Я не ладно. Шуля сюда. Шуля. Видели? Вы видели? Подожди, они не видели. Вы не видели? Не видели. Это Чендлер. For a second. Смотрю, ты подготовила ноготочки, покажи свои. Юля, прошу-то со свининой. Ты мусульманка. Кто нам затирал на Пасху, что ты главная мусульманка Питера? Это не халяль, Юль, не халяль. Даш, молодец. Рихана, давай, давай. Даш, неплохо. Сашка просто называется Half-Time. Half-Time. Хай-фай. Я хотел быть Рианой и стал хай-фаем. Третий месяц смотрит каждый день выступление Риханочки на этом супербоуле. Ну-ка. Молодец! Юля, не завидуем. Ему просто повезло. Не завидуем, это я устроил вам там шоу, поняла? Юля, давай! Слушай, хорошо идет, хорошо идет. Хорошо дошла, Юль, молодец. Знаешь, что надо все выбивать? Камера, что ли? Камера, что ли? Как думаешь, убит? Ну, я на нее надеюсь. Я не ставлю на нее. Так хотела сильно выиграть, победить, что сломала вот этот паребрик. Тут мужчина рядом с нами, он так профессионально играет, у него даже свои какие-то штучки, мячи, ботинки. Хорошо, сегодня так. Такой потрясающий день. В среду было в мой день рождения солнышко, и сейчас солнышко. Почему не снимаешь, если я тебя буду снимать? Тебе вам приятно? Ой, какой-то конфетку. Мне 5 лет. Ну, понятно все. Юлька достала свою камеру. Снимает шоу, репортаж. Сашу, я тут загорает. Ушедшие в туман звезды маяки. И не найдут свой берег реки. Корабли, 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 кораблики. Кораблики. О, как вы от меня далеки. Ушедшие в туман звезды мои. И не найдут свой берег реки. Корабли, 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 кораблики. Там еще рэп был. Это был грустный дэнс. Я был главный тамадой на шишерашке. Молодцы! Сейчас я вам покажу. Смотрите! О! О!
So, second part of my present. А вчера, yesterday, ты немножко мальком сказанула про эту part. Штучечку. Меньше. На. Ты серьезно? Это она? Да! Хорошо, я не разбираюсь, я перешла. Ты серьезно? Нет, не серьезно. А я... А что, ты купила, что ли? Нет, я хотела сегодня. В шоке просто, я просто настолько удивлена, простите. Лё, спасибо большое. Моменты жизни. Тут я буду сегодня выступать. Как вообще получилось, что я написала книгу? Первоначально у меня был прототип еще на мою дипломную работу. И снова здрасте. Екатерина ко мне пришла на этот раз уже презентацию книги. Питере в тот раз в мае, да, это было где-то? В июне. В июне это было? Да. У нас, в общем, был тогда мастер-класс по укулеле. Сейчас Катька пришла ко мне на презентацию книги и опять не с пустыми руками. Казахстанские шоколадки. Казахстан! Это какая-то новая же? Да. И сейчас нигде не продают, у меня последние остались. Ситуация, в общем, следующая. Я сейчас сижу на презентации своей книги, и люди, подписчики мои любимые, дорогие, говорят, я смотрела твои моменты жизни. Момент, говорю, момент с шоколадкой. Говорит, да, момент с шоколадкой. Саша, сейчас плакать начнёт. Да не буду я плакать, просто я вчера список тебе принесу. Все, пока, спокойной ночи. Адьос, амиго. Это мы все с Сашкой выдрали... А это с кэш-ютом какая-то, что ли? А, фух, ну ладно, хорошо. Что происходит? Спасибо, спасибо. Что же, собственно, по мероприятию? Я опоздала на 20 минут. Я не знаю, что произошло. Может, какой-то Меркурий или еще что-то. Не опоздала, а задержалась. Но формат для меня был. Обычно я веду какие-то мастер-классы, а здесь именно рассказывание, написание, как что произошло. Клево пофоткались. Народ был. Это меня радует. Даже афишу, плакат забрала. Дом повешу у себя. В целом, прикольную площадку сделал буквоед. То есть это какой-то новый ребрендинг, как мы поговорили с ведущим Дмитрием. Поэтому, да, что-то новое для меня... Бесспорно. На моей укулеле энциклопедия-библия уже доступна в продаже на любых платформах, включая маркетплейсы и крупные книжные магазины вашего города. Так что всю подробную информацию оставила в описании. Моменты жизни. Юля, новый print on a t-shirt. This is me. Почему? И моя панацея, или как там говорят. Отчетный период у Вильки начинается на работе. Последние два дня. Да, говорит, будет вот так вот сидеть. Я буду ходить футбол. Эти два дня. Слушай, прикольно, оверсайз. Саша диффузор купил у нас, два по цене одного. Вау. Стильно, модно. Катапорта. Наколочки, наколочки, гоп, татуировочки. Я модель. Что, нравится? Угу, кайфушно. Все, бьем. Нет, реально прикольно так. Камеры, что ли? Сука, я решила немножечко поподробнее рассказать про мою новую большую татуировку. Как и ожидаемо, эта татуировка связана со второй частью The Last of Us. Тут нарисован ножичек Элли и папоротник. Давайте начнем с того, что у Элли есть татуировка. Она не то чтобы похожа, но в этой же стилистике. И она мне нравится. Она очень красивая, она такая прикольная. Думаю, блин, хотела сначала ее набить, но потом посмотрела в тикитоках. Я вижу, что почти у всех такая татуировка. Я хочу быть... уникальная. И поэтому думаю, может быть, взять за основу ее нож, он всегда с ней. У нее даже нет, когда патронов и прочего чего-то, она выживает при помощи ножа. И причем он такой складной нож у нее, она вот
как Иришки чики-пики покрошила, всех пошла. И вот этот папоротник, который как раз ассоциируется с тем, что вот природа забирает свое. Вторая часть игры очень такая прям насыщена на растения, на природу, на травушку-муравушку. В планах у меня сделать продолжение и вот сюда. Тоже в этой же тематике, тоже в этой стилистике. Ну, посмотрим, как меня куда заведет. Я понимаю, что у многих не коннектится вот эта татуировка с какими-то моими малюсенькими татуировочками, но видите, какая многогранная оказалась. В целом, я не жалею. Да, первое время мне было непривычно видеть такую татуировку большую. Думаю, блин, как так? Но я решила выбрать как раз такое место, вот когда я руку так вот держу, ее не видно. Только когда я поворачиваю, можно обратить на нее внимание. В целом, я рада. Рада, что ее набила. Моя любовь к Last of Us стала еще ближе и еще больше. Моменты жизни. Дима Стакс. Стала на моих штанах. Ага. Просто. Delicious. Сразу видно, что штаны лежали вот так, потому что шерсть только здесь. Только only там. Only тут. Only тут. Я хотела в них пойти. Да у нас же есть скребок этот, соберем. Скребок сейчас отпарим теперь. Да? Ну нет, ну даже, ну тут слишком уже. Если бы ты сказал, что ты так пойдешь, я бы с тобой. Так я так пойду. Я с тобой не дружу. Так мы с тобой уже столько лет вместе. Пока. Саша, 24 года. Написал пару книг. Выпустил свой укулеле. Выступает коучем. Пытается загнать шарик. Она только что из середины выгнала шарик и не может его загнать обратно. Шел второй час. Старается. Шел четвертый час. Она все еще не могла в центр вбить шарик. Yes! Получилось! Спела. Юля, как... ну ты в свет-то выйди. Юль, какой у тебя лук страдания. Вау, роковая. Я вот так всю себя отдала. Поехали. Давай, Юля, ты страдаешь. Откуда у меня такие движения? Я не знаю. Прям идет из меня вот это. Да? Мне больно. А ты попала. Сейчас ты не особо страдаешь, я так понимаю. Но если ты обожаешь смотреть влоговый формат, то на канале у меня есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Обязательно чекай и смотри. Ну а также пиши в комментариях, что у тебя нового произошло за это время. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Увидимся в следующих роликах. Пока! Set my duty.